По-любому слышат мой маленький акцент, от него избавиться просто невозможно. Вот. Как дальше развивалась и пришла к YouTube? Вообще я начала учиться в колледже на дизайнера интерьера. И мы переехали, мы женились с мужем, потом мы переехали в South Carolina, это прямо совсем другой конец Америки, мы жили здесь, где я сейчас живу, мы переехали из South Carolina, и мне просто там было очень одиноко, и делать нечего, и мне там никогда не понравилось, поэтому мы через 2 года сюда переехали, но это другая история. Поэтому я начала делать видео на YouTube, потому что мне было очень грустно, и у меня друзей там не было. Просто не знала, что делать с собой целый день. Я просто включила камеру и сказала: «Всем привет, меня зовут Эвелина, давайте будем дружить в интернете». Хельга спрашивает: «Какая твоя девичья фамилия?» Моя девичья фамилия Карташова. В какой школе ты училась в Молдове? Я училась в лицее Петру Рариш в Кишиневе. Петру Рариш репрезент. Да, вот обычная школа. Ну, как у нас была, это бизнес-школа. У нас нужно было в каждый год где-то 3 или 4 уроков или классов. Разный там бизнес, entrepreneur, или я не знаю, как это слово на русском, но да, как бы я училась все свои годы в Молдове, потом только сюда приехала в университет. Вот так вот, ну в общем, я думаю, ответила на пару вопросов, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, извините, что если у меня русский не совсем отличный, потому что, честно говоря, я здесь живу и на русском разговаривать не с кем. Даже мои русские друзья, мы всегда разговариваем на английском, потому что намного легче. Уже, если ты здесь живешь несколько лет, как бы твой мозг адаптируется думать на английском. У тебя легче говорить свои мысли на английском. Но по-любому я никогда не забуду вообще мой родной язык, это румынский. Но у меня очень большой молдавский диалект, я так говорю, шифаш мое кумбяса. У меня никакой некрасивый румынский, поэтому мне немножко, не знаю, как говорить на румынском на YouTube. Меня очень много людей просят, но боюсь, они разочаруются, потому что мой румынский...